Добрый день, дорогие друзья, и судя по картинке, вы уже догадались, что это наша с вами так горячо любимая рубрика «Анбоксинг», в которой мы распаковываем разнообразные посылки из Китая, и сегодня нас ждет, па-бам, целая куча различной красивой бижутерии. Но, как говорится, сразу смотрим. Там нам обещали золотой и вроде как и серебряный отлив, по-моему. Но я, как говорится, плохо помню. Надо будет свериться с заказом. Ну, а пока давайте просто посчитаем, что здесь. И посмотрим. Так. Итак, раз. Качество, конечно, оставляет желать лучшего. Раз. Два. Далее три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 12 колечек в этом пакетике. И, судя по всему, хоть я и вроде как заказывал с отливом одни серебряные, вторые золотые, но, по-моему, тут тех же самых 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. Еще 12 колечек. И, судя по всему, они все-таки просто два одинаковых набора. Хотя в видео, насколько я помню, анонсировались с серебряным оттенком и с золотым оттенком. Но видим мы, что походы все с одинаковым. Окей, на этом наш анбоксинг завершен. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.